Привет, друзья, здравствуйте. Позвольте вам показать прекрасную картину, открывающуюся в лодочных бухтах острова Борнео, Малайзия, Восточная Малайзия. Красота, лодочки, кораблики, залив. И в центре всего этого великолепия стоит мужчина, слегка китайской, судя по всему, внешности, и принимает душ, моется. Вот, мылом. Он нашел там кран с водой, у него есть ведро и кусок мыла. И он моется прямо на пирсе, одуваемый ветрами со всех сторон. Красота, понимаете? Вот я делал примерно то же самое, но не на таком открытом месте, конечно. Я делал что-то подобное на Кипре и в Турции. Я вот так вот мылся, где ни попадя, как говорится. Но не настолько смело, скажем так. Вот. Ну ладно, бог ему судья, главное, что он будет чистый и не будет загрязнять собой окрестности. Мы находимся сейчас в штате Саравак. Название это можно прочитать вот здесь на лодке. Это провинция Малайзии, Восточной Малайзии, которая находится южнее Брунея. Вот это лодочная станция, отсюда отходят лодки, паромы, кораблики и путешествуют здесь по бескрайним водным просторам, окружающим этот остров. Вот, смотрите, какие-то тягачи, баржи и мощные кораблики здесь у нас стоят, так? Здесь у нас мостик, вот там горы. В общем, красота. Я нахожусь в окрестностях города Кучинг. Да, я нахожусь прямо в этом городе. Тут реально красота, очень милый, приятный город, название которого переводится на русский язык как «Кот». То есть город Кот. Об этом я уже говорил в соседних видеороликах. Вот здесь даже написано «Терминал». Можно увидеть эту надпись. Где тут у нас написано «Терминал»? Как бы это вам показать? Сейчас я вам покажу, подождите. В общем, я надеюсь, вы поняли, да, что там написано «Терминал», что значит «Вокзал», «Станция». Мое путешествие продолжается, впереди еще очень много интересного. И так уже больше года я нахожусь в Азии, скоро будут новые страны, города и континенты, моря и океаны. Увидимся, друзья мои, меня зовут Олег Петров. Лично я моюсь под душем ежедневно и живу с комфортом. У меня все замечательно, а будет еще лучше. Всем горячий привет с острова Борнео от великого украинского путешественника Олега Петрова. Увидимся.